Ну а этот кадр вы видели только что с моего дискорд-сервера. Заходите, там весело, вы не поскучаете, там, ну, довольно-таки частенько что-то происходит. Также он обновляется каждую неделю. Заходи, не стесняйся, ссылочка в описании, а мы тебя ждем. Удачи. Ну что ж, всем здравствуйте, всем привет. Нахожусь здесь в деревне, собственно. Какой деревне? В деревне, собственно, Матышкина, но она еще не обустроена, потому что она просто по седу. Ну ладно, неважно. Сейчас это реально, то есть неважно. Сегодня у нас обзор модов, а не обзор деревни. И как бы вот. Вот. То есть вот такая вот машина сегодня у нас на обзоре. Не пугайтесь, это, то есть, я ее сам делал, да. Вот она красивая такая, стильная вся. Так что как-то так. Ну, собственно, вот такая вот машина. Заказывал ее Ник Мурбро, вот он. Вот его, собственно, капотень. Ну, то есть, вот это вот, собственно, аватарка его, Ава. Тут его шапка канала Ник Мурбро, то есть я сделал его в стиле двери. Ну, он сам попросил здесь сделать на капоте. Вот здесь вот, то есть оно такое вот отзеркаленное, ну, в принципе, да. Также здесь вот такая вот ошибка есть, вот она. То есть здесь блатные номера такие, да. Причем вот такие вот, ну, то есть, не русские, то есть какие-то СЗ. Ну, то есть это, короче, да. Вы сами понимаете, что это за номера. Короче, вот такие вот крутые фары. Ну, как крутые, ну... Смотрится она люто, конечно, со стороны. Если бы еще в черный цвет, было бы вообще классно. Но это только третий вид этой машины. То есть, ну, третий вариант, что ли. Первый вариант был только с вот этим, собственно, ну, Сава его сюда вот на капоте. И с такими дверями к Мурамбру. Все, в принципе. Второй вид я сделал, собственно, салон. Только он был полностью кожаный, из-за такого черного, вот, дермантина, что ли. И, собственно, третий вид я уже, собственно, ну, сделал. То есть, нормально. То есть, сделал вот такие вот, собственно... Вот такие вот цепи на колесах, хоть это сначала планировалось как колесо прикольное, крутое, но начальное колесо поглядело мое новое колесо и получилось такие вот цепи для снега, что ли. Но зато теперь она будет, ну то есть у нее сцепка есть, да, можно сказать, ну зимой. Вот такие вот крутые фары, одна стоит 8000 рублей вроде бы, впереди тоже 8000 рублей вроде бы. Ну, это всего лишь не точно, скорее всего. Так, дальше вот такой, собственно, багажник. То есть, ну, здесь, знаете, труп поместится, так что к чему я это веду? Ни к чему даже. Давайте осмотрим салон. Салон у нас вот такой вот, то есть, тут, как сказал, вот такой, собственно, он обитый кожаный салон. То есть, да, меня попросил сделать это Ник Мур, собственно, ну, сделать кожаный салон. У нее, видите, то есть, в этой машине есть звуки вот такие вот. Ну, то есть, когда она едет. То есть, при монтаже не нужно вставлять уже звук какой-то. Просто главное играть со звуком Майнкрафта, и все. Как видите, там педали на расслабоне, на чили. Это, то есть, ну, это новая, абсолютно новая вещь. То есть, я тут, кстати, сало нашел, откроется. Да. Ну, и короче. Вот. То есть, на расслабоне, на чили. То есть, посмотрели и сразу расслабились, и на чили едете. И сразу же въезжаете в гору, авария, смерть, в принципе, как и в жизни. Дальше, значит, КПП, ручник у нас тоже, собственно, на расслабоне начили, то есть вот здесь вот, собственно, магнитола заменена, вот такая вот, ну, это тут я не смог заменить, это как его, блин, торпеду, да, не смог, блин, чё я так заикаюсь-то, короче, руль тоже замененный, как видите, но я не смог его заменить полностью, то есть я добавил просто вот такую же штуку, вот такую вот. То есть, да, и сама текстурка его изменена немножечко. То есть, дальше, значит, вот, спидометр, вот, да. Он тоже заменен, потому что у всех, ну, то есть, это мод вообще просто Creeper Cup Games на Жигули. То есть, как видите, да, тут Жигули есть. То есть, по-прежнему у него был вот такая вот торпеда, то есть, да, и вот такой вот, собственно... Блин, что ж такое? Ну, вот такой вот, собственно, магнитола, что ли, руль вот такой же самый был, и спидак тоже. То есть, ну, и салон соответствующий тоже, и, ну, это тоже. Ну, короче, все было одинаково, то есть на каждой тачке все одинаковое. Но я это все заменил, то есть сделал вот такую вот красоту, вот такую вот обивочку. То есть обивочки, наоборот, здесь нету, то есть колхоз, пацаны, да. 90-е, друзья, да-да-да. Ну, и, короче, в принципе, все. Эту девятку я сливать не буду, потому что Ник Мур ее разыграет на своем канале.
И также в моем Discord сервере, ну и также на его Discord сервере. Ну, короче, заходите, все ссылочки в описании. Ссылочка ну, на Discord сервер тоже в описании. На мой. На Никмура тоже оставлю. Ссылочка на Никмура канал тоже в описании. Также подписывайтесь на мой, кто здесь впервые. Ну и вот такое вот, собственно. Кстати, радиатор вроде тоже заменен. Нет? Нет, радиатор вроде бы не заменен. Или заменен, я не знаю. Я исправлю ошибку вот эту вот, собственно, ну, с тем, что номера перевернутые. И добавлю номера, скорее всего, вот сюда вот. То есть, потому что здесь радиатора нету. То есть, да. Ну и, в принципе, все. Вот такой вот был видос. Ставьте лайк и подписывайтесь. Заходите на канал Нигмура. Но самое главное, в его дискорд-сервер. Пишите ему, что участвуете в розыгрыше. И, собственно, вы можете выиграть эту прекрасную, собственно, машину. В принципе, все. С вами прощаюсь. Машина будет стоять здесь. Всем пока. Я ем сало. Всем удачи, пока. С вами был я, Костыль. И до новых встреч. Пока-пока.